матчи не очень хорошо проводят, на самом-то деле. За 5 матчей последних всего лишь одна победа над «Дорожником». Хотя победа очень важная, и мяч в воротах побывал. Вот так вот неожиданно, здорово забивает свой первый мяч в очном противостоянии против футболистов Светлогорского ЦКК, игроки от «Шахтера». Ух, какой голешник! Ничего не предвещало Бипину, а здесь как попадает Александр Курт. Какой голист. Удар. Еще один момент, и вот мяч в воротах! Нет, все-таки не Напорко, а Никита Андреевский отправляет первый мяч в сетку ворот. Алексея лучше. Один сзади, вот двое. Чуть выше, вот подключение, вот удар, вот гол, доставай. 1-1, гомельский ВРЗ сравнивает счет на старте 16-й минуты второго тайма. 1-1. Ну... Друзья, ну и все-таки 2-2. 2-2, да, это все-таки Александр, да? Если я не ошибаюсь, я надеюсь... Иван Дедовец, номер 10, Александр Тороп, номер 3, Дмитрий Свириденко, номер 7, Кирилл Афонин, номер 12, есть первое взятие ворот, и, если я не ошибаюсь, это Никита Кривич. Давайте повтор смотреть, Манаенко играет. Мяч седьмого номера отдает на Кривицкого, и это первый гол. Да, это Никита Кривицкий. Теряли мяч игроки Светлогорска. Конов направо, здорово, можно бить, и как красиво. Великолепный мяч в исполнении футболистов Питена, и счет 0-2, друзья. Да, вот такая вот интересная атака справа, и, по-моему, это Владислав Бреднев забитым голом отличил. Вы знаем многих игроков этих команд. Атака левым флангом. Удар! Вот вам, пожалуйста! 1-0! Гомельский БЧ открывает счет в этом матче на минуте под номером 9. Забивает БЧ. Вот такая вот быстрая атака. Укололи. На самом деле в составе столицы. Вот видите, на коротких ножках. Какая лавор! Удар по воротам! Спасает футболисты «Дорожника» Виейра. Забирает снова удар по воротам! Мяч в воротах! Вы посмотрите, что он сделал, включите нам повтор! И от кого у нас передача? Ну вы сами знаете, от кого передача. От футболистов «Дорожника».